Привет, ребята! Мы с вами в Германии, и Игорек решил впервые попробовать себя в роли блогера. Поэтому, если буду тупить в комментариях, не обращайте внимания. В общем, сейчас стало модно снимать всякие новые видосики на расстоянии протянутой руки. И сегодня у меня намечается как раз интересное путешествие. И я решил, почему бы его не заснять. Мы с вами на пересадочном пункте в Ганновере. Едем мы из моего села Ходенхаген, что в переводе с немецкого это «бычьи яйца», в Дюссельдорф. Пока сохраню интригу, не буду рассказывать, что я там буду делать. Все это вы увидите потом. Ну, а пока вот, смотрите, это Ганновер. Кто еще не видел, это станция его. Через 20 минут у меня поезд. Сяду и поеду. Мы с вами уже на колее, вот мой поезд прибывает, вот такой красавец поезд. Короче, поезд называется Айс, вот оно сейчас будет название. Наскочила. С переводе с немецкого, если я не ошибаюсь, айс это мороженое. Ну вот, буду ехать на таком отмороженном поезде. В общем, насколько я знаю, это самый быстрый, самый скоростной поезд Германии. На подобных поездах я уже ездил в Китае. На китайских поездах ехал я, они чуть больше, чем 300 км в час. Ну, а этот, посмотрим, сколько выдавит этот. Ребята, вот мы с вами добрались в Дюссельдорф. Пустой вокзал, людей вообще нет. Вот, кстати, путешествие было увлекательным, поэтому я читал журнал. Вот, вычитал, что этих айс-поездов на самом деле много разновидностей. И этот максимум ехал, может ехать 280 км в час, но когда ты находишься внутри, не особо чувствуешь скорость. Поэтому, ну, я не думаю, что мы ехали больше, чем 200 км в час, поэтому ни о чем. Короче, вообще ни о чем. Кстати, хотел вам сказать, что в Германии не самая дешевая штука добираться куда-то на железной дороге. Вот, к примеру, за эту стоимость заплатил я 72 евро за 3,5 часа в поезде. За эту стоимость можно было 7 раз слетать в Бухарест, допустим. Можно было слетать в Италию туда-обратно, либо полететь туда-обратно в Париж пообедать. Вот. Не калачу понты, просто чтобы вы понимали, сколько стоит здесь железная дорога. Вот. Сейчас найду отель, заселюсь. У меня там бронь, и меня там должны забрать для дальнейших наших...
приключений. Пусть будет приключений. Вот. Но, кстати, по поводу цены, мне все равно не я платил за этот поезд, платила компания. И поэтому на цену мне по большому счету поехали дальше. Гуляю по Дюсику, знаю, что у них вот здесь есть где-то речка большая с красивыми мостами, пытаюсь ее найти, вот по карте показывают, что нужно идти в этом направлении, но я иду, а что-то речки пока не видно, вот, а объясняли, что ты просто иди прямо с вокзала. Я и иду. Ну ничего, у меня есть еще часа два до встречи. Сейчас где-то найду место. Лучше на речке где-то сяду, похаваю что-нибудь. Вот. Выйду на связь оттуда. Может быть что-то покрасивее. Ну вот, добрался я до реки, было не тяжело. Тут не река, а целая набережная. Мосты. Красиво, люди сидят на лавочках, кто бегает, кто на велике рассекает душевно. Атмосфера такая, блин. По-немецки, ну, естественно, бухают пиво вон, не без этого, здесь внизу по набережной, такие вот ресторанчики, дедушки, бабушки, папы, мамы, девочки, мальчики,
угощаются пивом. Нам пока нельзя. Может, чуть позже. Блядь, это чем-то у нас напоминает возле веселого Роджера вот там. Уже миллион лет там не был, но что-то похожее. Только никто никому лицо не бьет. Вот что интересно. И хорошо. Вот этот весь движ. Не просто так здесь. Скоро вы узнаете почему. This is my Russian friend. Hey, Николай, мы говорим по-русски. Короче, вот настало время приоткрыть завесу тайны. Сегодня я должен буду совершить прыжок с моста в речку. Обещали мне 9 метров и 2,50 глубиной. На самом деле это 10 метров и 2,30. Вот это мой костюм. Меня уже одели. Якобы чувак, выбегающий из ресторана. Сейчас я вам покажу, может, он будет видно. Саба! Так. Вон этот ресторан. Чувак будет убегать с ресторана и прыгать в воду. Вот сюда, такого там чуть дальше по мосту. Вот. Вот там лодка дежурит. Это они меня будут страховать, там два водолаза. Вот. Все ребята за меня переживают. Команда. Человек 20. Камеры, всякие дела. Делишки, якобы 5 камер меня будет снимать. Посмотрим, что из этого выйдет. Короче, уже пару часов тусуемся на мосту. Там вот камеры с ребятами. Вот здесь у них какой-то штаб телевизионный. Вот здесь будет сидеть, наверное, режиссура. С этого ресторана будет выбегать чувак. А там еще ребята с камерами. Вот это директор вообще важный. Сука такой. Вот. И, в общем, чувак будет выбегать вот с этого ресторана. Бежать по мосту. Вот здесь он бежит, 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 бежит. Сейчас я дойду до места. Для меня тут отвели место. Пометили его каким-то скотчем. А, вон он. Мой гейт. В общем, добегаю я вот до этого места. Он добегает. А я его вот здесь типа страхую. Вот отсюда вон оно. Обозначено местечко. С пары шагов через вот эти ступеньки. Надо будет прыгнуть вот сюда. В темноту. Они обещают здесь дать свет. Но света пока нет. Поэтому мы все и втыкаем. 5, 4, 3, 2, 1, action! Макс, голос, голос, голос!
feel good. Yeah, I feel amazing, but I think it's not last time. That's the last time. Yeah, for today. Let's go and check. We can show you another meme. Yeah. Amazing. I'm still alive. Подошло к концу путешествия, уже почти расцвело, немного вареный, но это того стоило, было интересно. Надеюсь, вам понравился видос, подписывайтесь на канал, там чушь, чао, какао.